Знаешь, я все думаю. Столько людей из пансиона так старались, так много сделали для меня, особенно тетя Цаса. А я как последняя дура взяла и подвела их всех. Что? Нет, Валентина, подожди, ты никого не подвела. Ты была там как принцесса. Да нет, больше как королева. Ты всех затмила. Я даже не так скажу. В этом клубе никогда не было такой потрясающей королевы. Ну да. Я горела. На меня вылили ведро холодной воды, у меня сломался каблук. Я упала и чуть не задавила все жюри. Да, и при этом ты победила, Валентина. Победила. Ариадна и Чики чуть с ума не сошли от зависти. От того, что ты, толстушка, обставила их. Ты их победила, Валентина. Ты выиграла. Выиграла? Я выиграла, Арестас? Выиграла. Я выиграла. Выиграла. Я выиграла. Значит, за тобой приехал папаша. А нам что, гнить здесь? Спокойно, приятель. Я все сделаю, чтобы вытащить тебя отсюда. Ну, ты меня и подставил, Роман Фонсека. Из-за тебя я теперь сижу за решеткой. Но ты мне заплатишь. Ты мне за это заплатишь, клянусь. Не надо, папаша. Я тебе нож в горло не представлял, ты сам вошел в дело. Но я четко назвал условия. А ты мне сказал, что дело абсолютно чистое. Ты меня обманул. Еще как. Полиция шла за вами от самой границы. Да еще на таможенной декларации не оказалось печати. Да я заплатил кучу денег этому инспектору на таможне. Если он не поставил печать, при чем тут я? При том, что ты идиот! Потому что это дело не по плечу такому дешевому сопляку! Перестань разоряться! Ты что, Лола, спятил? Нет, это ты спятил! Это у тебя крыша съехала! Но мое имя ты не замараешь! Я тебе не позволю, пижон мелкий! Ты мне ответишь, ясно? И запомни, мои адвокаты меня отсюда вытащат, а ты будешь гнить здесь один! Ну да, ясно. Я забыл, что ты всегда прикрываешь спину. Ты играешь в высшей лиге. Как там говорят, деловой, да? Заткнись! Интересно, какие сейчас мысли бродят в этой головке? Как бы мне хотелось узнать это. Как бы я хотел, чтобы ты забыла все плохое. Всю дрянь, которая мешает тебе стать счастливой, моя милая. Но я тебе обещаю, малышка. Я сделаю все возможное и даже невозможное, чтобы твоя жизнь была прекрасной. И не важно, что мне придется вечно прятаться от твоей матери. Милая моя. Что ты знаешь о ней такое, что так мучает тебя? Да это и не важно. Что бы там ни было, мы будем драться вместе. Ты уверен, что это то место? Конечно. Мои люди знают свое дело. Но как получилось, что моя дочь оказалась в этом свинарнике? Все-таки у Пандоры еще меньше мозгов, чем я думала. Это же постоялый двор. Тихо, успокойся. Ладно, смотри. Видишь, у них свет горит. Тогда лучше подождать. Легавый может быть вооружен. Надо застать его спящим. Надо бить наверняка. Мы должны сегодня же забрать Пандору отсюда и покончить с этим жалким оборванцем. Да. Умирает, Саса. Моя дочь умирает. Не говори так, Хуан Анхель. Ариадна сильная девушка. Полная жизни. Она справится. Выкарабкается. Вот увидишь. Похоже, на нашу семью наслали проклятие. Жизнь моих детей рушится, а я ничем не могу им помочь. Это неправда. Ты здесь и не уйдешь отсюда, пока тебе не скажут, что твоя дочь будет жить. Вспомни, что было с Акилисом. Если бы тогда не твоя поддержка, он вряд ли бы поправился. Это я тебе говорю. Как бы мне хотелось тебе верить, но я потерпел крах. Я даже не знаю, на ком женился. А сейчас думаю, что и детей своих не знаю. Ты попробуй стать им ближе. Протяни им руку. Окружи их морем любви, морем ласки. Постепенно ты снова завоюешь их доверие. У тебя еще есть время.
Саса, я не знаю, почему до сих пор не сумел разглядеть, как ты прекрасна. Иногда любовь так близко от тебя, а ты ее не замечаешь. Хуан Ангель, мы с тобой в клинике, я помню. Кто отец этой девушки? Это я, доктор. Как моя дочь? Она поправится? Она потеряла много крови, и нам пришлось сделать ей переливание. Но ей уже лучше, правда? Да, опасности для жизни больше нет. Слава Богу. Но, к сожалению, нам не удалось спасти ребенка. Ваша дочь его потеряла. Что? Но это невозможно. Моя дочь была беременна? Вытащи их оттуда. Полицейский, должно быть, уже спит. Хорошо, хорошо. Я вхожу первый, ты останешься здесь. Нет, я хочу войти. Этот нищий посмел бросить мне вызов, и он получит то, что заслужил. А Пандоре я задам такую взбучку, что она проклянет день, когда родилась. Будет лучше, если этим займемся мы сами. Мы возьмем Пандору и парня. Все сделаем быстро и чисто. Хочу видеть легавого. Приведи его. Ты увидишь. Вернее, его труп увидишь. Что это, Йорди? Что за шум? Они нас нашли, Пандора. Нашли. Это Олимпия. Я знаю. Йорди, как они нас нашли? Спокойно, милая, спокойно. Пока я с тобой, нас никто не сможет разлучить. Нет, это невозможно. Что значит, моя дочь была беременна? Это бред. Спасибо, доктор. Успокойся, Хуан Ангель, ради бога. Ты слышал, что сказал врач? Поэтому у нее и было кровотечение. Но это неслыханно. Почему она мне не сказала? Почему скрывала? Может, она боялась и, похоже, пила снадобье, чтобы избавиться от ребенка. Но ведь фактически это аборт. Господи, нет, нет. Хуан Ангель, не думай сейчас об этом. Самое главное, что они остановили кровотечение. Роман Фонсека испортил жизнь моей дочери. Роман Фонсека! Хуан Ангель, не надо ничего делать, не подумай. Сейчас главное для нас здоровье Ариадны. А я тебе говорю, что этому каналье надо преподать урок. Роман мне заплатит за то, что он сделал с моей дочерью. Я. Все. Готово. Успокоилась? Да, да. Все в порядке. Теперь пошли. Возьмем их, пока не сбежали. Думаю, они слышали мой крик. Идем. Не двигайтесь, если хотите остаться в живых. Опусти пистолет, слышишь? Предупреждаю, Рокки. Опусти, или ты хочешь выяснить, кто из нас быстрее стреляет? Пандора, отойди от этого урода. Нет, я останусь с Йорди. Оставь меня в покое, я не буду мешать тебе. Только отпусти меня с ним. Отойди, Пандора, или вместе с ним попадешь в морг. Это мы посмотрим. Нет, прошу вас, отпустите его. И что теперь, Рэмбо? Трус. Ты бы еще батальон привел. Один на один, как мужчина, слабо? Думаю, тебе пора заткнуться. Отпустите его, пожалуйста. Не бейте. Отпустите. Убери Пандору отсюда. Убери Пандору. Не надо ей видеть кровь. А то она совсем свихнется. А этого прикончить. Давай, уведи ее, Рокки, уведи. Йорди, Йорди. Нет, Йорди. Пусти, пожалуйста, пусти меня. Нет! Нет, Йорди, нет! Пусти меня! Йорди! Йорди! Я только надеюсь, что это никак не отразится на наших делах с рекламой. Что? Нет, Валентина, здесь вся реклама твоя, а ты всегда это помни. А сейчас давай-ка поедем. Вы ведь не думаете, сеньорита, что я все это...